Он на детский? Да. И с антибактериальным пришел. Ну, давай, не бы. А почему не везде раскупили? Меняют маску на земельный участок. Это как раз аптека возле ЖД вокзала. Я даже в свою очередь не стояла, потому что провизор сказала, даже не ищите маски. Это очень странно, потому что как бы к Воронежу коронавирус подбирается, а масок нигде нет. В то же время Роспотребнадзор советует маски носить от коронавируса.